Всем привет, с вами Вестник ММА, и сегодня мы берем интервью у Александра Сушко. На третьей легенде поступило всего за 3 или 4 недели до боя. Как ты смог так быстро подготовиться? Все-таки Пол Дейли довольно серьезный соперник для себя. Ну да, согласен. Ну, наверное, начнем с того, что я всегда себя стараюсь держать в форме. Вот, и, в принципе, последний бой показал мой в Орле с Артуром Копяном. Я был готов функционально к тому бою. Естественно, физуха осталась. Осталось лишь подредактировать какие-то моменты тактические, да, как я буду работать именно с Полом Дейли. В принципе, я уже готов, все, к бою. Сейчас осталась корректировка веса, и через неделю я буду готов на 100%. Для твоего роста почти 190 сантиметров, если я не ошибаюсь, да. Твоя весовая категория нормально составляет 77 килограмм, а на В5 ты выступал в категории 72,5. Как ты смог согнать такое огромное количество веса? Для меня это просто выглядит нереально. Ну, наверное, стоит начать с того, что мы в клубе «Комбат» изначально все такие, скажем, весогонщики. То есть мы уже на свои первые соревнования гоняли по 3-5 килограмм. А потом все пошло уже в формате соревнований, кто больше сгонит. И вот уже, как перевалил за 10, я по всей видимости стал чемпионом. Вот, в принципе, это есть ответ на этот вопрос. Как бы категория 77 килограмм для меня, она, наверное, новая, потому что все-таки основная моя категория, в которой я выступал всегда, это 75 килограмм. Ну, тем легче мне согнать вес. То есть я практически никуда диет сейчас не придерживаюсь, чуть-чуть корректирую. Осталось там буквально 5 килограмм, все, я весь. Буквально 5. Некоторые по 5 сгоняют, и это для них уже проблема. Ну, согласен, каждому свое. Я говорю, что то есть, в свое время мы начали, и теперь не можем остановиться. Ты согнал вес до 72,5 для того, чтобы чаще выступать. Да. А почему не набор веса? Ну, дело в том, что вообще, как бы, чем больше категория, тем, как правило, меньше спортсменов. То есть самая популярная категория в данный момент является где-то 70 до 75 килограмм. И в категории 80 килограмм уже меньше турниров нормально проходит. Если я смогу удерживать вес в этом пределе от 70 до 75, я буду стараться выступать в этой категории. Если поступят какие-то хорошие предложения на регулярной основе выступать в категории там, до 80, то я планирую, в принципе, набрать вес до 90 килограмм и выступать уже в 80. Часто ли ты спаррингуешь с ребятами из клуба «Единоборств номер один» и с кем? Ну, вообще, это такой для меня новый элемент тренировок стал. Это как раз вот перед боем с Артуром Копяном до W5 мы стали сюда приезжать. Скажем так, в Москве вообще большая проблема найти спарринг-партнеров, да, особенно в каком роде. Потому что спарринг-партнеры – это те люди, не с которыми ты просто приходишь и дерешься. То есть здесь задача есть отработать нужные тебе вещи, у них свои задачи, также отработать то, что нужно им. Но здесь мы, благодаря, скажем так, приглашению Макса Баскакова, это тренера клуба «Единоборств номер один», нашли такую возможность тренироваться с ребятами. То есть мы здесь тренируемся с Энрике Гагохи, с парнями со сборной там, из «Файта» клуба «Единоборств номер один», то есть Сергей Хандошко, Махно, Эдуард Фатанян. То есть ребята на хорошем уровне, и как бы каждый раз сюда приходят новые спортсмены, не только члены сборной ихней. То есть всегда с кем есть подраться, побоксировать. Но опять же, все остается в пределах разумного. Не перерастает какие-то бои. На предстоящем шоу «Легенде» будет очень много боев по К1. Как ты думаешь, это связано с тем, что в Италии не особо любят ММА, и они больше предпочитают кикбоксинг К1? Ну, я думаю, что здесь вообще в первую очередь они ориентируются, да, на ту публику, перед которой придется, ну, будет делать турнир, для которой. Насколько я знаю, в Италии сейчас очень популярен именно К1 и тайский бокс, то есть больше ударные виды спорта. Конечно, я хотел бы, чтобы ты в нашей стране уже приобретала некую традицию, потому что я, скажем так, представляю эти виды спорта и хочу драться по ним, чтобы эти турниры чаще проходили здесь. Где, по каким правилам тебе более комфортно выступать, тайский бокс или К1? Ну, вообще, я изначально занимаюсь тайским боксом и преподаю его, и, конечно же, это является моим любимым видом спорта, потому что, скажем так, мне нравится именно главный элемент тайского бокса – это клинч. То есть в свое время, когда я выступал по тайскому боксу, это был мой такой конек. И мы очень часто ездили в Таиланд набираться каких-то фишек, там, опыта какого-то. Ну,
В К1, мне, конечно, этого не хватает. Как бы, если будут какие-то предложения о регулярном выступлении по тайскому боксу, я, конечно, их буду принимать. Потому что тайский бокс в моем сердце, и я хочу по нему выступать. Насколько я знаю, в К1 тоже можно брать захват, но буквально на 3 секунды, для того, чтобы нанести удар. Да, здесь все зависит от промоутерской группы, которая делает, да, они эти турниры. То есть они везде разные. Где-то там один прихват, удар, где-то 3 секунды, сколько успеешь ударов. В принципе, конечно, эти ограничения немного понижают КПД моего клинча, но как бы я стараюсь всегда бои, в принципе, строить на этом. То есть я прихватываю, бью колени. Как бы мои соперники это знают уже, я так понимаю, что даже некоторые побаиваются этих ударов. Перед тем, как выступить на В5, ты ездил на сборы в Таиланд. Расскажи, пожалуйста, чем отличаются тренировки в Москве от тренировок в Таиланде? Ну, если брать именно сами тренировки, тут, наверное, в первую очередь стоит отметить, что когда ты вообще выезжаешь куда-то, там, в Таиланд, неважно, там, в какую-то другую область тренироваться, важный момент сборов – это отрешение от каких-то проблем окружающего мира. То есть ты выключаешь телефон, нет друзей, которые тебе звонят, нет телевизора, нету вообще ничего, кроме тебя и спорта. И ты полностью себя посвящаешь этому, вот эти там 2-3-4 недели, которые там находишься. Тренировки чем отличаются? Ну, там очень много работы на физуху, действительно. То есть там очень много бега. То есть набегаем вообще колоссальное количество просто километров. Очень много работы на пэдах, так называемых, то есть тайских лапах. Очень много работы на клинче. Она, опять же, на самом деле, даже если ты готовишься к бою пока один, она дает именно физуху, выносливость, потому что это все-таки это борьба. А борьба, она функционально хорошо готовит. Хоть это и стойкий борьба, но все же. Ну, что еще там стоит отметить? Хороший воздух, хорошая еда, хорошая погода. Это все способствует, в принципе, набору функционалки и, скажем так, подготовки к бою. Хорошо. Большое спасибо тебе за интервью. Спасибо, Клин.